Нам посчастливилось принять участие в этом потрясающем приключении. И сейчас только нету одного важного человека, благодаря которому это все получилось. Он сейчас находится на линии соприкосновения в районе Запорожья. Это Дмитрий Олегович Рогозин. Без него бы ничего не получилось. Здравствуйте. Если вам понравилось, поаплодируйте, пожалуйста. Знаете, я хочу сказать большое спасибо всей команде, всем артистам. Спасибо большое, Антон, за то, что отвез ребят, и Олег за то, что вернул.